Всем привет, с вами ваш переводчик Аслхан, и сегодня у нас реакция испанца. Кстати, первая реакция Алекса потихоньку приближается к миллиону просмотров. Всем приятного просмотра. Буэнос диас, мальчики и девочки. Мне не терпится сделать реакцию на эту песню, потому что мне сказали, что Димаш здесь взял ноту Ре-8. И честно, я даже представить себе это не могу, чтобы кто-то взял ноту Ре-8. Ее же даже нет на пианино. Ему кто-то вручил букет роз или что? Он начал музыкальную мелодию струнными инструментами. Также это последовательное звучание духовых инструментов. И все это в такой меланхоличной обстановке. Очень интригующе. И какая ж прекрасная сцена. В общем, начало то, что надо. Ну, с Богом. Сезонге Кулагым мен Торап алдым Шанымда Карай бердім Норға толы Жесенге. Он вступил в своем привычном тоне, под аккомпанемент пианино. Выпуская очень много воздуха, получается вот этот сладкий голос, который так подходит к началу этой песни. Ну и как вы все знаете, у Димаша есть какое-то гипнотическое свойство, потому что смотришь на него и не можешь оторвать взгляд. Вы заметили, что чем больше музыкальных инструментов, там сейчас есть пианино, есть бас, гитара сливается вместе со скрипкой, тем нежнее звучит его фальцет, и голос становится более хрупким и тонким. Ай, какая красивая песня, до ужаса красивая. Припев. Пока он еще поет своей привычной тональности. Обратите внимание на движение его рук, которые находятся в постоянной гармонии с ритмом. Он как будто плывет по течению этой песни. Я люблю его за эту нежность, с которой он это делает. Едем дальше. Завидую белой завистью. Красота. Вот это хор. Это ж такой волшебный момент, когда публика от тебя на расстоянии вытянутой руки, и твой голос так сладко сливается с хором. Очень смачный момент. Прекрасивая мелодия.
какой-то момент его голос слился со звучанием этой трубы. Восхитительно! Я не знаю, как у вас, но сам жест падения на колени говорит о его безоговорочной самоотдаче. Еще и это высочайшая нота. Как говорится, голос настолько глыба, что все волосы дыбом. Так, дыши. Все хорошо. А вот и она, та самая нота Re8. Давайте послушаем это еще раз. Ядрита Кармелита, у меня есть один простой вопрос. Как? Как? Ну вот, как? Что я только от него не видел. И сейчас он добивает меня вот этой нотой Re8. Я в тотальном тупике. Я знал, что это случится. Знал, что я увижу это и услышу. Но это никак не контачит вот здесь. Тенор. Этот человек заключил сделку с дьяволом. Вот откуда у него такой нереальный голос. Иначе я не знаю, как это объяснить. На этом у меня все. Увидимся в следующем видео. Адиос, дас видос. Re8. Всем спасибо за внимание. Завтра у Димаша будет концерт в Малайзии. Все, кто там будет, передавайте ему привет от меня. Всех люблю, всех обнял. Пока.